Маленькие горцы репетируют грузинский танец. Илье Исаке нравятся не только движение, но и костюм. Особенно кинжал и газыры. Сейчас в них деревянные патроны, а раньше были настоящие. Это моя была мечта с детства. Почему? Я только... Мне нравился, как все танцевали. Я взрослый мальчик. Самуль Нори – корейская игра на четырех инструментах. Барабан Чангу символизирует единство и борьбу противоположностей. Правая сторона издает женское «та», а слева звучит грубый воинственный кун. Под такую мелодию древние корейцы засевали поля и собирали урожай. Считалось, что барабаны могут связать с высшими силами. Звук этого инструмента заставляет войти в некий транс. Раньше в Корее был шаманизм, и с помощью этого инструмента вызывали дух. В ожидании своего выхода кто-то репетирует за кулисами, а маленькие поляки подсматривают за артистами. Им волноваться нечего, свой танец знают четко. Я беру ее со ручки, а потом скачу. Певцов и танцоров собрала еврейская диаспора. Чтобы организовать праздник, ей повод не нужен. Этот народ дотошно чтит свои традиции. Если Бог сказал отдыхать, как, например, в шаббат, будут отдыхать. Легче сказать, что можно. Общаться, разговаривать, петь песни, сидеть за хорошим кошерным столом. Вот это можно. И танцевать, ведь это для евреев всегда молитва. Вот это движение означает обращение к Всевышнему, о том, чтобы на земле был мир, свет, царила гармония и любовь. Вот это движение означает то, что мы очень активные, мы любим веселиться, мы любим праздновать. По национальному платью азербайджанок можно понять, замужем девушка или свободна. Чтобы привлечь женихов, надевали платье, не стесняющие движения. Обязательным как бы атрибутом этого как бы, танца, да, или вернее даже одежды, является вот этот вот платок. Его надевают в виде чалмы, это как бы признак, еще один признак того, что девушка не замужняя. Здесь еще видны косы, но вышла замуж, волосы скрывает полностью. А узбекский женский халат не просто одежда. Каждый элемент орнамента имеет значение. Незамужняя фарангиз надела халат невесты. Например, эти элементы изображают лучи солнца. Вот. Такой же орнамент мы можем наблюдать на мужском костюме. Мы можем заметить, что он немного крупнее. А крупнее рисунок, значит, именно мужчина будет главным в семье. Олеся Слынько, Тагир Фатахов, Дон-24, Ростов-на-Дону.